Всем привет! Ни за что не догадайтесь, где я нахожусь. Нахожусь я сегодня в городе Самаре. Сейчас с вами проедем по дворам. Это у нас улица Евгения Золотухина. Сейчас проедем, посмотрим. Здесь у нас новый микрорайон. Дома 14-13 года постройки. Невысокоэтажные дома, то есть 3-4-этажные домишки. Давайте посмотрим, какая инфраструктура, что здесь есть. Поехали! Давайте, наверное, начну с плюсов. Дома малоэтажные, а это небольшая плотность населения. Второе. Тихие и спокойные дворы. И даже местные алкоголики вежливые и спокойные. Добрый. Добрый. Третье. Есть большая детская площадка. Четвертое. В шаговой доступности детские сады, школы и магазины. Пятое. Достаточно новые дома. Шестое. Автономное отопление газовое, что существенно экономит бюджет на коммунальных платежах. А что касается минусов, минусов немного. Первое. Это отсутствие автостоянок от слова совсем. Второе. Отсутствие придомовой территории, то есть она есть, но нет даже лавочек. Третье. Детская игровая площадка есть, но не у каждого дома, как мы привыкли. То есть я сначала думал, что ее нет, но она оказывается в середине этого квартала. Есть огромная такая детская площадка, до которой надо еще идти. Мне, кстати, нравятся эти фонари. Такие огромные, классные, громоздкие. Скорее всего, они хорошо возле подъезда освещают. Surely